Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. РПГ, автоматы, взрывчатка. Сотрудники ФСБ обнаружили схрон оружия, предположительно принадлежавшей банде, которая расправлялась с бизнесменами. Согреют каждый дом. Энергетики уверяют, ничто не помешает подаче тепла. Везли капитанскую дочку, а привезли чайку. Ульяновский драмтеатр на фестивале представил самарцам премьерный спектакль. Около часа назад из театра оперы и балета эвакуировали 30 человек. О задымлении в здании сообщили очевидцы. Прибывшие на место пожарные выяснили, на 6-м этаже на площади в 1 квадратный метр горела проводка. Сейчас театр работает в обычном режиме, пострадавших нет. Тайник бандитской группировки обнаружили в регионе сотрудники ФСБ. Сигнальные мины, винтовки, автоматы, взрывчатка, патроны. Схрон с оружием нашли в одном из домов в Волжском районе области. Предположительно, арсенал принадлежал участникам ОПГ «Законовские», которые совершили покушение на предпринимателей. Их подозревают и в убийстве самарского бизнесмена Вадима Винокурова. В мае 2014 года коммерсанта расстреляли в катере на реке Татьянка. Оперативникам удалось задержать убийцу, а позже и предполагаемого лидера преступной группы Сергея Гафурова. Сейчас он находится под стражей. Тепло в каждый дом. По такому принципу пройдет отопительный сезон в Самаре. Энергетики готовы к любым нестандартным ситуациям. Например, если стационарная котельная сломается, за сутки дома подключат к передвижке. На тренировке по развертыванию передвижной модульной котельной побывал Сергей Кизоркин. Тепло будет, День, два, три. Не будет, как в том году. Не будет. Пошла вода горячая в первый дом по Смышляевскому шоссе. От мобильной котельной пока по временной схеме. Несколько последних лет девятиэтажка зимой замерзала. Котельная конструкторского бюро тепло давала с перебоями. Иногда вообще не работала. Люди отапливали свои квартиры как могли. Ставили обогреватели. Мало того, нет горячей воды. Потом крутят водонагреватели. Ну вот, еще обогреватели такие. Представляете, сколько энергии там жглось? Городские власти взялись за решение проблемы. Первым делом провели учение по развертыванию передвижной котельной в условиях чрезвычайной ситуации. Бригада из 3 человек подключила ее к дому всего за одни сутки, что соответствует нормам. Если возникнет ситуация, ЧС и котельная ГБАСа не может обеспечить теплом этот дом, мы включим передвижную котельную, которая в полном объеме отопительный сезон 2017-2018 года отработает. Сейчас мы уже с вами ходили и по квартире, уже пошла, и на вводе есть батарея теплая, горячая, скажем, в подъезде, и мы поднимались на 3-й этаж, пошла отопление на весь по стояку, на весь дом. Двое суток передвижная котельная будет качать отопление по дому, чтобы выявить порывы или непроходимость труб, которые в оперативном порядке можно будет устранить сейчас, а не в морозы. Нам передают большую котельную ГБАС. Сейчас ведутся переговоры по ее передаче. Вот, понимание достигнуто. Далее будем смотреть, какой план мероприятий по запуску той котельной. Подготовлена она ли к зиме, либо не подготовлена. До 30 октября мы ее готовим. Если все получается, мы ее пускаем. Если же что-то вдруг не получается с той большой котельной, пока работает у нас модуль. В Самаре на случай чрезвычайной ситуации работает еще 2 передвижных котельных. Одна из них в поселке Управленческий, вторая резервная в ТТУ. А вопрос с отоплением в первом доме по Смышляевскому шоссе планируют окончательно закрыть в следующем году. Такие задачи энергетикам поставил замглавы города. Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События. Молодая гвардия в Тольятти. Новая военная игра с таким названием прошла в Автограде. Патриотические клубы Октябрьского района отправились покорять полосу препятствий и знакомиться с новыми образцами военной техники. С торжественного построения около районной администрации приехал Сергей Кизоркин. Рукопашный бой, метание ножей, стрельба из лука и автомата, строевая и физподготовка. Обычная система подготовки к армии в патриотических клубах. Обереги уже 10 лет. Так воспитывают учеников Самарского спортивного лицея. Сегодня проверить свои навыки молодежь отправилась в Тольятти на военно-патриотическую игру «Молодая гвардия». Хочется пацанам развиваться. До того, как они пойдут в войска или там не пойдут в войска, дело не в этом. Но мужчина должен быть мужчиной. Метание гранаты, полоса препятствий и полоса разведчика. Увидят молодые патриоты и показательное выступление спецназа. Познакомиться с современной военной техникой и вооружением. Мы составили игру таким образом, чтобы любой человек, который занимается просто физкультурой, у него есть допуск к физкультуре, прошел эту полосу. И каждый этап полосы мы придумали таким образом, он будет посвящен одному герою-кубышевцу,
который был членом ВЛКСМ, ну и, конечно, молодой гвардии. Военная игра посвящена молодогвардейцам подпольной организации антифашистов. Она действовала в тылу врага в Краснодоне на Украине. Всем известны имена комсомольцев – Олег Кошевой, Василий Левашов и Ульяна Громова. Несколько поколений куйбышевцев были воспитаны на этих примерах, и сегодня эта история передается молодежи. И именно в комсомоле этому учили. Кроме того, вот таким очень, казалось бы, простым, но важным вещам. Как жить в коллективе, что значит быть честным, порядочным, что значит быть готовым к труду и обороне, то есть и физическое, и нравственное воспитание, оно именно рождалось там. После Великой Отечественной войны комсомольцы были основными строителями коммунизма. Байкал-Амурская магистраль, освоение Целины, строительство ВАЗа. Современные студотряды тоже не сидят сложа руки, а между глобальными стройками проверяют свои силы на военных играх. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Далее коротко о других событиях дня. Самарскую школу номер 7 в Крутых Ключах закрыли из-за вспышки менингита. Зафиксировано 4 случая заболевания, детей перевели на дистанционное обучение. Учреждение закрыто на санитарную обработку. На официальном сайте школы размещено объявление о том, что карантин продлится с 25 по 30 сентября. Руководство учебного учреждения также просит родителей ограничить пребывание детей в местах массового скопления людей, в том числе в кружках, магазинах, торговых центрах. Стала известна возможная причина отравления 2 девочек в детсаду. Как сообщает сайт «Волга-Ньюс», ссылаясь на неназванные источники, девочки отравились таблетками, которые одна из воспитанниц якобы принесла с собой из дома. Дети играли в больницу и проглотили лекарства. В Следственном комитете информацию не опровергли, пояснив, что точная причина отравления будет названа по результатам экспертизы. Напомним, ЧП случилось 28 августа в детском саду номер 341 на улице Мариса Тереза. Обе отравившиеся были госпитализированы, причем одна находилась в реанимации. Туристка из Москвы упала с Девичьей горы на Самарской Луке, делая селфи, сообщает пресс-служба заповедника. В результате падения у москвички открытый двойной перелом, ключицы, вывихи и ушибы. Оказавшиеся рядом люди добежали до КПП, вызвали смотрителей, и они, в свою очередь, вызвали скорую и инспекторскую машину, на которой доставили медсестру из села Жигули. Медсестра сделала обезболивающий укол, смотрители спустили пострадавшую с горы. В это время прибыла машина скорой помощи из Жигулевска и увезла пострадавшую в больницу. Ремонт Южного моста закончат раньше срока. Готовность составляет 92%. Подрядчик опережает график практически на 2 недели, поэтому нет рисков уйти с ремонтом в зиму. Всего в Самаре сейчас ведутся работы на 43 участках автомобильных дорог. Все объекты планируют сдать вовремя. Ученые Самарского государственного медуниверситета создали прибор, определяющий онкологию по капле крови за несколько минут. Обычно подобные анализы проводятся только в специализированных лабораториях и занимают несколько часов. Созданный в СамГМУ анализатор белковых фракций крови позволяет получать результаты за 5 минут. При этом не нужно обладать специальными навыками, поэтому использоваться он может в кабинете врача любой специальности, если нужно быстро подтвердить предварительный диагноз. В подобном приборе нуждаются небольшие больницы на Крайнем Севере, на нефтепромыслах, где нет возможности размещения диагностической лаборатории. Везли капитанскую дочку, а привезли чайку. Ульяновский драматический театр был вынужден сделать замену на фестивале «Волга театральная» в связи с болезнью главного героя. Сейчас с актером все в порядке, а самарцам удалось увидеть премьерный спектакль театра. Каково это — обкатывать постановку на чужой сцене, узнала Марианна Мирная. Дела сердечные не позволили Ульяновскому театру привести на «Волгу театральную» капитанскую дочку. Актер, исполняющий роль Емельяна Пугачева, попал в кардиологию. Сейчас его здоровью уже ничего не угрожает, но было решено сделать замену. В Самару приехала премьерная «Чайка». Это, как мне кажется, очень достойная замена, даже которую заменой-то и назвать нельзя. Если бы, например, была возможность 2 спектакля показать на фестивале, мы обязательно показали бы этот спектакль, спектакль «Чайка», потому что это одна из наших самых свежих премьер. Актеры еще толком не обкатали премьеру на родной сцене и уже показывают спектакль в Самаре. Пришлось несколько изменить рисунок, но главное – это принять участие в таком престижном фестивале, как «Волга театральная». Фестивальная жизнь – это всегда интересно. Всегда интересно сработать спектакль на публику, с которой ты совершенно не знаком. Тем более на публику, которая, скажем так, уже имеет определенный багаж театральных впечатлений и критики в том числе. И всегда интересно, как это случится сегодня, как это будет увидено, услышано, прочитано. У критиков с каждым днем остается все меньше спектаклей для отсмотра. Каждый их вечер занят работой. Приятный, как говорят сами судьи.
Любой спектакль – это хороший опыт и для зрителя, и для труппы, и для установления того диалога, без которого театр невозможен. Потому что если есть отклик в зрительном зале, значит, все не зря. Если его нет, тогда хуже, но это тема уже для другого разговора. Премьера «Ульяновской чайки» прошла на ура. Зритель по достоинству оценил старания актеров и показал, что такое доброжелательная самарская публика. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Юбилейный год «Самара-ГИС» приносит все новые сюрпризы. Мы рады представить вам гимн телеканала. В съемках приняли участие все сотрудники. Автор песни – наш корреспондент и ведущая Марьяна Мирная. Что получилось, смотрите прямо сейчас. Вместе с вами 10 лет. Самара-ГИС дает ответ. И темы все на злобу дня полезны будут для тебя. Мороз и ветер, и в жару корреспонденты на посту. И то, что ты еще не знал, покажет наш телеканал. Включай телевизор, смотри нас онлайн. Себе на мобильный сюжеты качай. Будь в курсе событий и с нами проснись. Настройся на ГИС. Событий много каждый час. Сюжеты снимем мы для вас. Прогноз погоды и кино. Мы в центре города давно. В эфире наших новостей увидеть можно всех друзей. Культура, спорт и телешоу. Быть вместе с ГИСом хорошо. Включай телевизор, смотри нас онлайн. Себе на мобильный сюжет прикачай. Будь в курсе событий и с нами проснись. Настройся на ГИС. В театре праздник двора, и если по полю бежит детвора, и чтоб не случилось и ночью, и днем, мы вместе с тобой этот миг проживем. Проспекты, бульвары, фонтаны, мосты. Любишь ли ты Самару так, как любим ее мы? Включай телевизор, смотри нас онлайн. Себе на мобильный сюжет и качай. Будь в курсе событий и с нами проснись. Настройся на ГИС. Включай телевизор, смотри нас онлайн. Себе на мобильный сюжет и качай. Будь в курсе событий и с нами проснись. Настройся на ГИС. А вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Замечания есть, но ситуация под контролем. На стадионе «Самара-Арена» сегодня в шестой раз побывала комиссия ФИФА. Разрушенный спуск к Волжскому проспекту, отсутствие детской площадки. Глава города провел личный прием граждан. Дома престарелых, забота или неблагодарность. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи.